Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сегодня очень короткое видео. Я вернулся из отпуска только что, вот сейчас привожу в порядок свои дела очень срочно, но я хочу просто напомнить, что до конца августа осталось буквально вот сутки с небольшим, и действует еще льготная цена за мой тренинг, который будет ориентировочно с 15-16 где-то сентября. Живой тренинг в августе. При оплате в августе я обещал 3500 рублей. А при оплате в сентябре это будет стоить уже 5000 рублей. И количество мест ограничено. Вот, оно уже как бы, ну, набираются люди. Тренинг будет обычно по рабочим дням. Обычно 2-3 раза в неделю, то есть 2 из этих дней будут, скорее всего, рабочие. Обычно он бывает с 17 часов, потому что это рабочее время биржи. Там, ну, вначале это не важно, а потом уже я буду показывать примеры на живом терминале, с живыми деньгами буквально. Вот, поэтому в 17 часов в реальном времени. Обычно занятия длятся 1,5-2 часа. Почему 17 часов? Потому что есть люди из-за Урала, там разница во времени достигает 4 или даже 6 часов с Москвой. Поэтому, ну вот, 17 это компромиссный вариант. По-прежнему можно приобрести тренинг в записи за 2000 рублей, это не проблема. Ссылку, где записаться на живой тренинг или тренинг в записи, вы видите прямо сейчас. Вот. Что вы узнаете в результате данного тренинга? В результате данного тренинга вы откроете брокерский счет, узнаете его структуру, узнаете, как он устроен, как с ним работать, установите биржевой терминал, настроите его, это очень-очень непросто, вот, узнаете все степени защиты, поймете, как покупать и продавать активы, как их искать, как определять, ну, сказать, как покупать активы по наиболее выгодной цене. И основное внимание я уделяю тому, чтобы рассказать вам, как не потерять деньги. Потому что люди, которые начинают, некоторые знают, что на бирже можно заработать очень-очень много и достаточно быстро, это правда, но это сопряжено с огромными рисками, и новички, как правило, теряют достаточно большие деньги. Я хочу вас от этого предостеречь, от большинства ошибок, которые делают люди. Вы все узнаете также о комиссиях, о налогах, за что берутся, как все вот эти вот детали, мельчайшие технические, будут рассматриваться. И вначале будут несколько занятий по поводу, как подключить биржевой терминал, потом, как искать ценные бумаги, ну и потом уже какие активы существуют. Значит, сначала инструменты будут рассматриваться, облигации, ОФЗ прежде всего, и мы будем тренироваться на ОФЗ, потому что там практически, ну, невозможно потерять деньги, то есть, ну, просто это нереально потерять. Вот, то есть, там, если вы совершите ошибку, то ничего страшного абсолютно, и там минимальные суммы, там, от, там, ну, 1000-1500 рублей уже можно ставить заявки, снимать заявки, покупать. Надо тренироваться на этом. Потом мы постепенно, по мере накопления опыта, будем переходить уже к другим инструментам, таким как акции, там уже курс немножечко скачет, вот, по волатильней, там уже, ну, у нас уже будет опыт. Дальше я расскажу про фьючерсы и опционы, биржевые опционы, как на них можно зарабатывать и как, ну, как не терять. Вот, соответственно, что еще будет? А будет очень хорошо, я рассказываю без дураков, про некоторые индикаторы технического анализа. Я не видел, чтобы кто-то рассказывал про такие индикаторы, как группа индикаторов, которая основана на средних, на вычислении средних значений, ну, вот с такой точки зрения. Ну, правда, не видел. Вот, поэтому я думаю, что здесь мой опыт уникален. Вот, ну что еще? Да, я хотел сказать, что курс направлен на то, чтобы сохранить ваши деньги и приумножить. Вот, ни в коем случае я не буду вас подталкивать к тому, чтобы заниматься трейдингом и торговать только тем, кто,
на это настроен. Вот. Напротив, я всячески буду вас предостерегать от того, чтобы потерять. Ну, а напротив, для того, чтобы накопить. То есть, самые-самые консервативные инструменты я предлагаю использовать в самом начале. Итак, друзья, ссылочку вы видите, нажимаем, выбираем то, что вам нравится. И если вы выбираете живой тренинг, то осталось времени совсем ничего, чуть более суток. Там вы получите ссылку, как оплатить, и, собственно, все. До встречи, друзья. С вами был Демитков Юрий.